всех барах на разлив дают вот это Моретти. Дерут за 0,4-5 евро. А в магазине можно купить 0,56 за евро 14. А в горах я пил вот это. Оно, походу, оттуда с гор. Самое дешманское. Антониана. Магаз супер большой. Были на место и сидим, ждем хозяина квартиры. Серега дал какой-то номер, я позвонил по ходу предыдущей хозяйки квартиры и объяснял ей, что я стою, жду ее в магазине Honda. Она говорит: вы уехали сегодня утром, зачем вы меня ждете? А я говорю: я не понимаю, я возле магазина Honda. Потом мы позвонили по правильному номеру, и мужик сказал, что приедет минут через то ли 12, то ли 20. Но внизу была авария, вот там. И все стоит, а улицы у супер узкие, парковаться негде. Вот только велосипедисты гоняют с мотоциклетами. Море еще не видит. Ждем, когда приедет мужик. Морского жилья. Море где-то там. Его не видно пока что. Ну, идти туда минут 20, наверное. А это наш дом. Круто, что здесь можно поставить тачки. Здесь можно посидеть на улице за столиком. И это наша кухня. Здорово, Серёг. Этот диван раскладывается. И тут еще комната тоже спать. А вот сусадьба, смотри, какая. Где? Это сусадьба. Короче, время 15 минут 8, а магазин 8 закроется. А идти до него 20 минут. Поэтому мы спешим. Для магазина. Супермеркато. Excuse me, sir. Where is supermercato? I don't know. I'm don't know. Уроки с английского с Становичем Антоном. I don't know. Я не знаю. Супермеркато. Это уже уроки итальянского. Это уроки англо-итальянского. Смотри, там какая-то хрень. Воу. What? ICC. What you mean? I don't know. Ой-ой! Все спокойно, спокойно. Нельзя по нему ходить, но мы не знаем другого пути, поэтому мы идем.
17 ровно. Мы не знаем, куда идти. Там кто-то воет. Пищат машины, и кто-то воет. Очень стрёмно. Куда? Серьезно? Она не хочет. Пойдем. Пойдем. Ну, тогда нам нужно другой путь пойдем. Искать. Я не знаю. Мы шли по-другому. Здесь написано что-то, кстати говоря. Какая-то там зона обитания. Так что можно посмотреть и не соваться. Зона обитания оленей? Что это за звук? Машины пищат. Ну понятно, а собака? И собака. Это не наш дом. А, все, окей. Вот наш дом. О! Это как этот? Люмус. Люмус максимум. Ровный вперед. На одной шестером. Да, Toyota может ехать только 700 километров, а потом каждый километр стоит 50 центов. Мы этого не знали, не посмотрели. А теперь у нас уже пройдено, наверное, порядка 1300. Смотрите, какой мостик. Вот мостик красивый. Очень красивый мостик. Ну, то ли еще будет. Это лестница, она идет вон туда, вон туда. Потом вон туда. У нас воды нет, ребят. И это полный пипец. Нет воды. Еды тоже нет. Еда не важна. Воды нет, вот жопа. А вот скорее открывается вид на Монроллу. Главное, клапан не стоит. Главное, ХК не слои. Вань! А это винограду. Я не хочу идти последний. Потому что боишься клопов? Можешь идти вперед. Спасибо. Теперь я последний. Последний из магика. Смотри, какая лестница. Очень резкая. А это все винограду. Монорол. Смотрим, смотрим. Follow me into the wild.
вечерочком. Света тут практически нигде нет. В каждом дворе сидит злой питбуль и гавкает. Странность Италии в том, что почему-то никто не гуляет вечером. То есть часов 8 на улице уже никого. Может, это связано с тем, что раньше мафия всех застращала, и по привычке они не выходят? Или они просто ленивые и спят? Надеюсь, что второе. Мы обратно не дойдем. Не туда, Ком. Спускаемся во мрак. Бля, что это было? А чё, стрёмно? А? Чего? Иди сзади. Почему? Я не хочу сюда. В смысле? Ты думаешь, я хочу? Я не пойду. Нет. Что за хрень? Что за подставы? Меня типа не жалко. Отвратительный поступок. Посвети туда, Антон. Не буду я туда светить. Пусть лучше мгла подкрадется незаметно. Бля, Ваня. Это очень крабы. А вот и пляж. Вот это пляж? Скалу. Сейчас будет прыгаться, я Серёга. Ой, не мобилуй!
Усатый мор. Вот такой будет?